Пункт назначения — версия из Иркутской области. 28-летнего мужчину завалило бревнами. Произошло все в Братском районе. Лесовоз снесло в кювет. Водитель вышел, чтобы оценить ситуацию. В этот момент в автомобиль влетел другой большой груз. Его шофер не справился с управлением. Из-за сильного удара бревна из лесовоза высыпались прямо на мужчину, стоявшего возле машины. Он погиб на месте.